Всем привет! Сегодня у нас будет обзор и тест нового Ронина. Вот такой вот сборочки со стойкостью. Попробуем, потестируем его на битве гильдии, посмотрим, что получится. Также у нас будет такой вот капитан Дрейк с бастионом, Некрос, Анубис на добивочку, дерево, малыш Ник. В принципе, такой вот составчик. Ну что, поехали. Глянем, или есть смысл ставить ему стойкость. Так, ну что, погнали. Отсюда закидываем. Немножко неудобно он забежал, ну ладно. Вот видите, Фрейя сразу же слила его, причем моментально. Давайте Анубиса кинем, давайте с Некроса начнем, пусть Некроса добьют. Так, Некроса добили. Юнитов. Кидаем малыша Ника где-то. Давайте с этой стороны кинем сразу. Малыш Ник ударил. Капитан Дрейк. Добил. Ну, теперь кидаем Анубиса. Ну, даже без дерева затащили. Самое главное 50% снести Ронином. То есть можно даже по сути не заморачиваться. Так, давайте дальше смотрим, кто там у нас следующий. Так, Афина, Бигфут. Рэй не вижу. Ну, запускаем Ронина сюда. Ну, смотрите, как сразу, моментально. Моментально его просадили. Ой, немножко не так выпустил. Хотел юнитами поспамить. Тут у нас, видите, Афина заряжает. Вот все, слили его. Короче, ватный он, ребята. Стойкость реально, это не талант. процента. Интересно, наберем 50 или нет. У нас снизу нету смысла его запускать, там Афина. восемь, и его сливают сразу же, причем жесть. Хотя у него жизни в два раза больше. В
Вау, он выжил от одной атаки. На следующий сдулся. Ладно, давайте сейчас попробуем дальше потрешивать. Не делайте у себя такого на аккаунтах. У вас немножко не такие герои. Вот 95%. 97%. Просто выпускаем Анубиса. То есть, ну, сейчас битва гильдии вообще неинтересна. Без разницы, какой там у вас прокачки героя на дефе. Вам даже не надо там ронином. Просто ронином зацепить ратушу нормально. И можно без проблем любого топа пройти. Так, что там? Смотрим, кто следующий. 372, 413. Так, что тут у нас? Повелитель дырочек. Стрелок. Бигфут. Ну, давайте отсюда попробуем запустим. Пятнадцать процентов даже набирает. С одной тычки уносят, это жесть. Ну, снизу получше будет. Ничего себе. Он замахнулся даже на 50%. 53%. Да ты что? Чё ты творишь? Вот она имба, ребята, это однозначно имба. Жесть, жесть, смотрите, сколько он снес. Просто жесткий. До этого он просто поддавался. Так, что там у нас есть юниты? Ну, давайте Анубис опустим. Вот так вот отсюда. Анубис, ничего себе. Вот это так неждан. Но делаем вот так. И делаем вот так. И все, и до свидания. Ни о чем просто. Кто там у нас следующий? Жесткий ник Страшру. Ну окей, побежали. Забежали мы к нему в гости, ребята. Смотрим, что у нас из этого получится. Ну, как видите, можно особо там сильно и не спамить. Тоже вроде неплохо стоит, но все равно все удары по нему проходят. 61%. Ну, отсюда кидаем. Своего некроса. Вот сейчас Фрея начнет его долбить. Так, ратушу мы унесли. Какая-то Фрея китайская. Так,
85%. Все, Фрея разрядилась. Кидаем малыша Ника. Капитана Дрейка. Вот так вот. Тоже ни о чем. Тут там у нас еще один топ остался какой-то. 342, 372. Так, ворожей, Фрея. Внизу что у нас? Стрелок. Афина с воодушевлением. Попробуем. Север 89. Я с одной тычки шотит его. Давайте тогда с Афины попробуем зайти. Тут тоже нереально просто. Настолько ватной жизни много, а толку от этого вообще никакого. Да, с Афины не вариант забегать вообще. Вот смотрите, а не одну атаку выдержал. Красавчик просто. Жесть. Просто жесть, ребята. Вау, еще одну атаку выдержал. Ну давай, запили башню. Ух ты, 50% сделал. Это уже почти победа. Кидаем. Так, ждем сейчас Фрея. Потеряет своих вертолетиков. Кидаем Анубиса. Кидаем малыша Ника. А может и не надо никого кидать, сейчас посмотрим. Вот вам Анубис с ожогом. Афина просто отдыхает. Так, кидаем сюда Некроса своего. И так вот все. Вот и вся БК. 5011. Набили пятерик. Не заморачиваясь, не напрягаясь. Не используя дерево. То есть вот так вот. Вот такой вот составчик. Конечно, тут большую роль играют питомцы. Они у меня прокачаны на максималку все. Но вам это тоже не мешает. В принципе, все. Подписывайтесь, пишите комменты. Пишите, какой вам состав потестить. С данного вывода делаем... Точнее, с данного видео делаем вывод, что... Вот такой вот Ронин. Ни о чем. Сливается. Конечно, в некоторых случаях набивает больше 50. Это нам и надо. Но зачем рисковать? Лучше вкачать с ожогом. Вот такого вот. Который будет выдерживать все атаки. Все. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем пока.